Привет, дорогие друзья! А сегодня я варю куриный суп с картофелем и с макаронами. Самый обычный суп, самый простейший. Также налил в трехлитровую кастрюлю 3/4 воды, положил туда нарезанные заранее кусочки курицы. Оно уже кипит уже примерно уже минут 10. 12 минут уже она варится, то есть уже можно класть уже заранее нарезанные кусочки картофеля. Вот они. Буквально пусть пару минут они готовятся. Картофель варится, ну, по моему мнению, чуть дольше, чем макароны, которые буквально можно через 8-10 минут снимать. Картошка просто у них такая консистенция для приготовления. А пока варится картофель, ну, лук, как обычно, нарезаем полукольцами. А потом еще пополам. Даже не пополам, а на три части. И можно опускать ее сразу. Уже, я так думаю, пора солить пару щепоток соли. Ну а дальше там уже по вкусу нужно будет посолить. Сейчас пока помешиваем, жду, когда начнется сейчас закипать. Подождем буквально 1-2 минуты. Потихонечку закипает. Не забываем помешивать. Так, маленько размешали. Ждем буквально 1 минуту еще. Снова закипает.